Всем привет, ребята! Меня зовут Дани Кек, и я нашел какую-то странную подозрительную дорожку из лаки-блоков, из алмазных лаки-блоков. А как я уже знаю, эта дорожка приводит к какому-нибудь прикольному крафту, и я хочу прямо сейчас пойти по ней и параллельно ломая лаки-блоки и добывая из них какие-нибудь ценные ресурсы. И я надеюсь, она все-таки приведет меня к чему-нибудь крутому. Я надеюсь, найду какой-нибудь суперский новый крафт, какой-нибудь замечательной вещи. Это бы было просто замечательно. Нет, мне это не нужно. Я не знаю, может... Что там? Альмаз. Мне не нужен альмаз, в принципе. Lucky Villager. Что продаешь? Ого! Ого, броню? У меня, к сожалению, нету столько альмазов. Это... Я бы собрала такую крутую броню. Так, не, я, может, на обратном пути вернусь. Давайте я просто быстро сейчас побегу, и эти лаки-блоки потом, наверное, сломаю, на обратном пути буду. Так, о, 3 лаки-блока возьму. Возьму, пригодятся. Звезда ада. Ну, тоже пригодится, в принципе. Я боюсь их ломать. Как мне выбраться теперь отсюда? Мне это ломать придется долго очень, руками. Ну, ладно, поломаем. Так, ну, в принципе, недолго. Я думаю, больше там надо будет блоков разбивать. Ладно, побежали. Я буду через один открывать. О, там еще вон там лаки-блок на горизонте. Вон там слева. Виднеется. Ну, слушайте, они, походу, ведут к этой деревне. Крутецкая броня выпала. Ребята, я крафтил такую броню когда-то. О, альмазики. Альмазики. Ребята, помните, я крафтил такую броню бога? Ой, куда я нажал? Она супер крутая, и мне она опять выпала. Мне ее даже крафтить не пришлось. Это супер круто было. Так. Еще драгоценности. Ну, ладно. Так, давайте посмотрим, куда вообще эта дорожка ведет. Она ведет в эту деревню или куда-то дальше? Потому что если она ведет дальше, то мне придется идти дальше. И надо не забыть дорогу домой назад. Потому что я не помню уже, откуда вернулась. Да, ребята, слушайте, она приводит в эту деревню. И вот тут она заканчивается. Ой, звезда ада. Звезда ада. Чего? Ого! Ребята! Автомобиль? Вау! Вау! Откуда он тут взялся? Это что, это вот этого жителя автомобиль получается? Это твой автомобиль? Крутецкий! Можно посидеть? Можно посидеть за рулем? Ого! Крутень! Круто! Круто, круто! Руль-то крутится, а машина не едет. Ну ладно. Прикол. Это круто, ребята, так. Ладно, давайте посмотрим, что тут еще интересного у них есть в домах. Ничего тут нету. Это какая-то богатая деревня. Откуда у них автомобиль? Тут целый, самый настоящий автомобиль. А тут все такое прикольное какое-то. Положить ресурс. Активация крафта. Получение. Ребята, это крафт. Это крафт автомобиля получается? Я хочу скрафтить этот автомобиль. Я хочу себе этот автомобиль скрафтить. Так, он получается крафтится из вот этих ресурсов, как я правильно понял. Так, я заберу их и положить ресурс. Вот сюда получается, да, мне закинуть ресурс? Так, стекло, вот это, редстоун, колеса, колеса и два железа. Два железа. Это получается такая машина скрафтится? А я хочу какую-нибудь суперскую крутую машину скрафтить. Ну давайте тогда я просто накидаю туда все свои драгоценности, которые я нашел. Они не залезают туда. Чё-то не хотят залезать туда. Ну я их впихну тогда, я их впихну туда обязательно. Ну-ка заползайте, почему? Может, все-таки нельзя много ресурсов? Но я их накидаю сюда, пусть они валяются, вдруг сработает. Вдруг сработает, я просто накидаю вот сюда всего. Lucky Blocky, Альмази, Звезда Ада. Так, активация крафта, то есть, а вот тут получение, то есть вот тут машина должна появиться. Ух ты, ну давайте я нажму. Что, где она? Ламборджини. Что это? Что это такое? Ну-ка, это что, автомобиль такой компактный? Мне надо его поставить? Вау! Вау! Ребята! Настоящий гоночный автомобиль в Майнкрафте? Вау, получилось! Слушайте, я ресурсов туда накидал очень много дорогих. Посмотрите, какой там салон крутой. Ну-ка, надо сесть. Что тут написано? Ютубер! Ребята, так это же я! Я ютубер, Дани Кек! Это моя машина получается в Майнкрафте. И это круто, это что такое? Посмотрите, какие диски крутецкие. Посмотрите, какой крутецкий салон. Ого, ну-ка. Я не могу по ней... Я могу руль крутить только. А как мне? Как мне на ней кататься? Может, мне надо найти какое-то топливо? Так, давайте еще раз сядем. Как?
как? Так, давайте потыкаем на кнопки, может тут как-то ее завести можно, чтобы она завелась, но я что-то не вижу. Так, давайте передачу попробуем переключать, но что-то как-то не работает. Так, мне кажется, надо ее заправить как-то, поэтому давайте я сейчас схожу в деревню и поищу какое-нибудь топливо для этой машины. Хотя у меня есть еще одна мега-идея, дайте-ка я попробую потыкать. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. О! Завелась? Она завелась, ребята? О, она едет! Ну-ка! Ребята, о, круто! Посмотрите, я еду на настоящей гоночной машине в Майнкрафте! Только она какая-то медленная, мне кажется, надо все-таки бензина в нее заправить какого-нибудь гоночного. Давайте чуть почище звуки сделаю, а то, мне кажется, очень громко. Она рычит просто, рычит, ребята, посмотрите, какая крутецкая гоночная машина. Я на ней обязательно уеду к себе в деревню и просто всем покажу. Ну-ка, давайте зомби задавим. Зомби, ты задавился или нет? Жители с дороги, би-би-би-би-би-би-би-би. Осторожно, слаймы. Ну-ка, сейчас будет ДТП сейчас будет. ДТП. Бум. Ого. Ну-ка, на это я могу прокатиться? Так, ключ, замок. Поехали. Круто, ребята, слушайте, мне это нравится. Не, мне больше нравится та вон та красная машина, потому что, точнее, желтая машина, вот эта Lamborghini получается, она крутецкая. Ребята, какая вам машина больше нравится, вот эта вот черная или вот эта желтая? Напишите об этом в комментарии, потому что мне это интересно узнать. А пока я поехал ее припаркую где-нибудь и хочу как можно больше ляки-блёков открыть, чтобы в деревню приехать не с пустыми руками. Я приеду на этой крутой машине и приеду еще с сокровищами из этих блоков. Поэтому, ребята, прямо сейчас я отправляюсь на открывание этих крутецких лаки-блоков рядом с этой крутой машиной. Ни секунды, ни медля. Слаймики, не лезьте за мной. Почему слаймики появились? Так, лаки-блок. О, альмаз. Альмаз мне не нужен. Так, давайте... Так, слаймики, не лезьте ко мне, не лезьте за меня. У меня есть машина, если что, я просто вас задавлю на машине своей гоночной. Так... Не хочу сюда в колодец ничего кидать, а то обычно из колодцев как... Ой, что это лагнуло так? Так, давайте убежим от этого слайма, а то он меня достал, мне кажется, он слишком сильно как-то на меня смотрит злобно, мне кажется, он хочет меня убить, поэтому я просто... О, нубские эндерперлы, я заберу... Яйцо дракона, ребята, яйцо дракона. Я приеду в деревню на этой машине, на этой гоночной крутой желтой машине, и скажу всем, что я убил дракона, и все будут просто меня такие, вау, Дани Тек убил дракона. Я такой, да, я убил дракона, и отнял у него эту офигенную... Нет! Ребята, что-то я передумал открывать эти ляки-блёки. Что-то я чуть не умер. Скелет? Нет. Давайте-ка я просто сяду... Еще. Ой! Нет! Давайте я лучше забегу в дом. Сейчас еще ночь наступает. Я тут просто лягу поспать, и я буду стоя спать, чтобы безопасно было. И утром проснусь и уеду просто из этой деревни на своей новой машине гоночной. Спокойной ночи, ребята. Доброе утро, ребята, доброе утро. Монстрики пропали. Открою последний ляки-блёк. Ляки-блёк последний, напоследок. Ничего не выпало. Ну ладно, ребята. Так, лошадка. Лошадка, ну-ка выйди из моей машины. Это моя машина. Видишь, написано лошадка. Ну-ка не топчи ее. Написано ютубер. Это я, Даник Кек. Так, все, садимся за руль и просто гоним отсюда. Уходи, лошадка, а то задавлю. Поехали, ребята, поехали навстречу приключениям на этой крутецкой новой моей желтой машине, спорткаре. Моя новая гоночная машина в Майнкрафте. Ребята, если вам понравилась эта крутая тачка, то поставьте лайк под это видео и напишите в комментарии, крутая она или нет. И также подпишитесь на мой канал и посмотрите видео, которое вы скоро увидите у себя на экране. Они появятся слева и справа видео. Три видео будут, так что вы обязательно их посмотрите. Они неплохие такие. Вот, а с вами был я, Даник Кек, Майнкрафтер. Теперь на гоночной машине, и мы едем ко мне домой, возвращаемся к себе домой.
я всем покажу свою новую гоночную машину. Она действительно крутая. Так что вот, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте смотреть мои остальные видео. Всем пока.